этого пика, как и вчера. УВП, инвокер смотрелся нормально. Лично здесь я голосую за Virtus Pro. Чернила свои, а Миша, погоня за Мишей, тычку нужно сделать, вот завид, сделают он тычку, First Blood для Virtus Pro. Это из-за того, что сейчас дурачи нас убьют. Да, Resolution его убьет. Есть еще один квад ВП. Так, у нас там сейчас Immersion, кстати, похоже, убьют. Дистанции Resolution уже поступит его. 2000 осталось сделать, и фиссурка заяц у нас подкрепляет. Аутилище можно, кстати, будет на развороте Миша постараться пробить. Полетел сюда у нас Resolution. Resolution уже в пути, пролетает сюда Резоль. Ну и, конечно, пришел Immersion, уже поздно. Аутиви не разменяться ну никак. Весь ТНКС, чтобы Акулыч просто сюда ушел, все. А топ заяц, хорошо. Тотем фиссура, Immersion можно будет пробить. Полетели у нас ветра. Прекрасно просто, Immersion забирают. Минус Immersion, есть кил в копилочку. Так, Resolution по NXLO. Ну что, будет первый кил сейчас команды Team Spirit, наконец-таки мы дождались его. И Resolution взрывает. Ну, в общем, там, короче, пока душили. Так, тут у нас Хаунд LTV, хорошая реакция. Полетел бит, там драка у нас будет. И тут нашли еще и дурачье. Ой, ну это идеальный Хаунд вообще. То есть забрали еще и кири противника, и сам LTV спасся. Так, Dagger LTV запускает, Акулыч у нас прокатился в Роллин Тандере. Акулыч, ну катается неплохо. В итоге вертается ГПК, но Resolution сжимает у нас БМ и... Ну и пока что Ace Blast полетел, и если Акулыч попадет, то он умрет. Соло бабах! Соло снайпер самонастоящий. Так, у нас ГПК. ГПК, поймали Алексея взрывают или нет? Сова живет, что ли? Коса от Мишани, он сейчас его убьют. Ладно, коса реализована, минус Сова, но там добирает ГПК, это важнее намного. И сейчас еще и Мишу накажут у нас, будет минус Миша. И это 12-2 уже, и 5000 преимущества. Это место СНГ. Неудачка. Так, Мишани поймали, ЕМП Спирит Весел забирает его. Да, срезает у нас... Очень быстро Миша, ХСВМ забирает ГПК, забирает Immersion, тут вообще тотальная развалочка, пошла минус 3 делать ВП. Настолько легко это было сейчас, и Акулыч, ну вроде колобочку катится, хотя там нулан сейчас, его экзорт есть. Я прочитаю просто на твиты и все. На крайняк у нас нашли Immersion взрывает, Хаунд нажимает LTV, прекрасный Хаунд, да еще и бласт нулана, минус Акулыч, минус дурачье забирает, Миша тоже поставляется, минус 4 делает Virtus Pro. Слушай, спириты прям... Посыпались, все. Прилетает Зой, ой-ой-ой, зайчик, Ахасома из Бласт. Ой-ой-ой, сейчас, я думаю, Ледин Ред кайфанул, скорее всего. Дальше полетело у нас ЕМП, заяц пытается сюда уйти, заяц живет. Дурачок чувствуется без маны и без реинкарнации, соответственно, по стикам, что у него? 10 стиков имеется, выкупается у нас в игру Акулыч, ой, ГПК забирает у нас заяц, забирает Соуча, но вам пытается улететь, улетает отсюда, дурачок по стикам и реинкарнацию крип из него убивает, понимаю. Для LTV. Ну и сейчас, видимо, опять будет драка. Нападает у нас на ГПК. ГПК. Хаунд LTV запускает. Драка начинается. И что сейчас будет? Миша можно будет быстро постараться бить. Ну ладно, вам под ободомажем. Ну ладно, не знает, кого бить. Тоги на Мишу нападает. А Лакрити вешается на LTV. Миша там догорает. Дисперсия работает. Да. Забирает у нас Мишу. Вот так вот полетит. Ой, там дурачье поставляется. Он-то без реинкарнации. Ой, дурачье. Наваливает Resolution. Посмотри, под лакрити, как жестко. Забирает дурачье. Быстро, резко, шустро ВП действует. Так, дурачье. ЕМП. И без маны дурачье остается. Реинкарнацию маны не имеется. Полетелось бласт Мишаню. Рэдиан жжет. Алтви должен будет умереть. Там дает у нас зайца Хасуэм прямо в ГПК. Спирит Весел, фиссура тотем. Ну и Миша прописывает. Good game well played. Это 1-0 за командой Virtus Pro. 20 минут они справляются. Но тут прям, знаете, вообще абсолютно без шансов. Спириты за 20 минут сделали 4 килла. ВП сделали 31 килл. Похоже, что-таки это бадон у нас будет для Резолюшена. А, даже ДП для Резолюшена, ничего себе. Он без Резолюшена оставляет фарм, то есть я считаю, что это ошибка серьезная. Я ставлю, наверное, творс, да, сразу уже нам поставлю. Здесь выход на Соуч, и возможно будет он сейчас, ой, на Зайца, боже мой. Возможно будет ФБ, Заяц. First Blood отдает лип, тычку нужно сделать, и делает ее Миша. Ну, вот видите, постараюсь, конечно, пробить, сейчас тут стоит Соло, хотя, слушай, Immersion. Ну, вот тебе уходит на Соло, можно будет напасть, да, Соло заберут, а вот тебе выживает, и прямо сейчас улетает на ботом, он, на топу, да. Полетел, вот тебе, все. Корабль есть, торрент. О, все, Сайлен, Сифончик, Фаербласт, забирает Immersion. Ну, знаете, вышли вчетвером, да, грубо говоря. Втроем вышли, плюс Нуван еще. Лучше можно будет постараться подрезать. Есть в него
контроль, Акулыч. Акулыч зажат, и Акулыч здесь будет у нас, по идее, умирать. Или, да, забирает в LTV. Добили своего ВП, подходит резолюшн, он, если что, уже с ультимейтом, и Мёршина заберут здесь сейчас, а Рен полетел, и Мёршин хилится, живет, крашается он, и пошел хаунт, вот залетает сюда, забирает таки Мёршина, а вот тебе врывается, на ГПК, наверное, не стоит боковать сильно, в итоге Мёршина убили, 3-2. Так, Рунин Тандер, ну на Соло пошли, Соло без ультимейта еще, Иксвелл, Иксвелл взорвал, Соло не успел на себя вообще повесить, в итоге его заберут, еще и дурачье. Quiet, куча полетел. Там у нас что происходит, там нападает, нападает на Соло, Соло забирает, дальше можно дурачью идти, дурачье. Так, дурачок поймали. Сайленс, крест, Рент, в него корабль. Все просто бухту ему залетает, но он успел нажать свой шутап дэнс. Дурачок живет, ГПК станом попадает по резолюшн, ГПК пытается пробить этого резолюшн, резолюшн, Сифона его спасает. Невероятно, Мека нажимается, выживает. Резолюшн, Лосоно в Нована, где Соло, Соло нету, резолюшн здесь умирает. Минус Соло, Луты прилетает, вот он подошел уже батя. И будет навалить, забирает он ГПК, ГПК получается убить, забирает и Мёршина, минус 2 делают. И включается на Акулыча. А Соло у нас бежит пешком, там с базы что-то бежит, короче, и отступает. Сейчас у нас пытается ВП уйти, но LTV здесь должны будут убить. Дурачи его лупит, сейчас свечбакл до LTV, Никсел взрывается, минус LTV. В итоге что получается по файту? Сейчас интересно будет посмотреть по итогам боя. Так, Рулин Тандер и Мёршин нажимает, Инкслэл пошел, и Мёршин катается очень успешно, он здесь пока что, Дурачиво прыгает на паунт, корабль летит неудачно, и Мёршин качается, Рулин Тандер, Фаербласт, его мультикаст не вылетает, Сифончики, Хаун полетел, и Мёршин пока что живет, его возвращает на кресте обратно, вот его забирает, полетел Торрент, Торрент, Торрент мимо, Дурачиво красный, нажимает, что в Дэнс разворачивает, начинает лупить, Резолюшн, Резолюшн, Лагуна взрывает его ГПК, минус Резолюшн, Нуван получает Уасо, Нувану больно, Нувана тоже можно будет сейчас убить, Нуван умирает, минус 2, сделает спирит, и прекрасно. Просто помали LTV, на LTV там по таймингам идеальный, LTV тоже будет забирать. А вот это уже очень плохо. Дурачье, дурачье не умирает от дисперсии, дурачье. В итоге минус 3 керри опять сделают Team Spirit у нас. И еще одна успешная драка, потеряв только одного Immersion'а. Да, корабль, торрент, уже команда репорта сделает. Это вот не самая редкая инициация. Очень все Нуван это поймали, Нувана можно будет сейчас забрать. Нуван, 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 Нуван живет пока что, контается Immersion Rolling Thunder. И прекрасно просто, ну Соло прожимает ультимейт, захилит ли он Зайца, не знаю, не получится. Заяц сейчас будет забирать. Заяц таверн управляет. Соло без ультимейт тоже будет умирать. Минус 2 делают. Ну, спириты шикарные. Шикарная, шикарная карта. Пока что спиритов. У нас Петре тоже 30 секунд. Соло заходит по танч, проверит всю информацию. Проверил количество хп. Полетели даггеры, но будет сейчас попытаться откидываться. Там Акулыч залетает. Акулыч Нувана увидели. Соло, Соло нужно подойти близко к Нувану. Стан хороший, Солом Байнд, Лассов, двух героев, во, пошла жиричка, туда лагуна еще шикарная, просто дерутся, ай, красота, ну и красотища от спиритов была, вот так вот и пошли у нас на LCV, ну тут будет сейчас похороны просто устраивает команда Team Spirit, поймали там еще не Соло, который без ультимейта, так что сейчас тоже заберут, это будет Full Vibe, Team Vibe, там не знаю, когда просто минус 5 делают, не потеряв ни одного героя, здесь Team Spirit, шикарная драка, прекрасная просто драка, и лагуна Солом Байнд, и Лассов Солом Байнд было, в всяком случае, не хочу никого байнить вообще, всех люблю, обожаю, но у нас такие правила. Так, у нас тут Immersion нас забирают. Immersion, да. Так, крест на дурачьем. Ну тут, тут бы, так бы, знаете, тут еще не спектрейт делать. Тут еще проблема то, что тройка ДП тоже такой, знаете, вариант себе рискованный, скажем так. Лосо и ло... Ой, 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 красотища. Какая красотища, боже мой. Да. Как раз тысяча была, в итоге забирает Нувана, Соло почти помер, там вроде, вроде выживает Алексей, все-таки нет, не выживает, Миша убивает все-таки, дурачье, а Егис у него не выбили что ли еще? О, Егис не выбили, не-не-не. Так, Фаербласт, Immersion, Immersion, Рулин Тандер кастует, дурачье, Алибарда вешается у нас, Нувана, дурачье, в итоге после ББК он вам поставляется, пускай он корабль пытается жить, корабль неплохой был, но ван, но его лупят, просто лупят его, урон, конечно, снижен по нему сейчас, но грифсы прожимаются, но вам почти уже на ГПК дает стан и побивает его, дурачье упрыгивает сюда, на Игис он так и не потерял еще, дурачье, просто развлекаловка. Так, Immersion, Immersion покатился на Рулин Тандере, у нас хорошо, дурачье, 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 забирают у нас Resolution, минус Resolution, дальше что, Immersion катается, поймали Зайца, Зайца тоже убивают, забегают у нас сюда Куч, Ветра запускает Алексей, Алексей ультимейт нажимается пока что, ну сейчас там Сварк у нас настакает себе пассивочку и забирают соло, минус 3 делают у нас, Team Spirit просто идут трон, просто трон, пошли, дабл дэмэдж есть у дурачье, ну ВП не прописывает ГГ, но не проиграли эту игру уже, все. Они ее проиграли.
ГВП, да, прописывает. Соло. Хороший был сварк. Очень грамотная расстановка линии от команды Team Spirit. Прекрасная расстановка линии. Ну что, будет интересно. Решающая карта между ВП и командой Team Spirit. Тычка от ВП. Ну, сейчас будет жарище. Так, и пока, кстати, у нас сейчас умрет, но Ван делает First Blood. Вот оно, ФБ. Так, дурачье, подгоревочка. Дурачье, суицид за это неудачный. Кстати, вообще заяц за это могут наказаться, но это еще не точно. Дурачье больно. Его бьет резолюшн, дурачье забирает. Заяц промазал, да, но убивает дурачье. ГПК еще красные. Что-то такое. А каска полетела. Каска пролетела. Ничего себе, Мерч, наверное, в шоке был. Полетела каска за ним. В итоге. Суицид от заяц! Хорош заяц! Забирает ГПК. Он все-таки сделал это, и в итоге вышка, по-моему, добила. Дурачье под XL. XL достанет для резолюшн. Не знаю. Суицид от заяц хороший был. Поставил он мин, но не достает до него. Пока что Сарис висит на дурачье. Резолюшн подгорелка до конца. Нужно убивать и забирает. У нас заяц дурачье. Есть скилл еще один. 5-1. Трапа. Трапа взрывается. Нован. Нован. Ой, ГПК почти убили. В итоге Нован заигрался. Все-таки здесь. Пришел Миша и ГПК спасает. Там Акулыч у нас опять снова умирает. Минус Акулыч. Ну и... Минус Акулыч, да. Он на базу улетел. Так, здесь у нас ГПК. ГПК нападает на резолюшн. Резолюшн подставляется. XL взрывает. Чернила палка. ГПК прекрасная перетяжка была на топ. Там пытается заяц сюда уйти. Заяц сюда уйдет. Там еще мины. В общем, побоятся за ним гнаться. В этом матче. То есть потом, потом бы они могли его в плей-офф взять. ГПК. Ой, хороший суицид был. Поставил еще и минус заяц. Хорош потеет. Ну, Ван, конечно, добил ГПК, но нормально все, нормально. Тут у нас заяц почти сделает откил, резолюшн. Агрид забирает у нас Эмерша, минус Эмерша. Вешается соло Баймбер, телекаска Миша. Миша Дезвар ставится, влетает ГПК. Соло забирает у нас Мишу. И ГПК очень красный, там молитик. Плюс Дезвар его очень больно бил. ГПК, ГПК горелка. ГПК умрет здесь, ребят, он умрет. Это не шутки все, он умрет, он взорвется. Соло делает даблкил, шикарно просто. Так, тут у нас Агар. Агар. Агар есть, резолюшн, да дурачок, видимо, не достал немножко, и в итоге резолюшн сейчас это накажет. Здесь минус резолюшн, умирает он. Погоня Нован ждет момента врыва, но пошел Нован с дизолькой, бах, бах, бах! И ГПК забирает Нован, вот это врыв был сейчас от Володи Миненко, и стирает у нас здесь Семершина. Вау. Спирит пытается сбоку затем дали скан. Скан, там понимаешь, что здесь-то есть. Это Нован, Нован под рефракшеном был сейчас. Есть него Сарин, кастуется поляна. Нована здесь, видимо, не спасти уже. Нована забирает. И прекрасная драка была. Спиритов на начало драки, по крайней мере, да. Зайчик хорош. И еще один килл. И еще один будет сейчас. Заяц. Зайчище просто. Не-не-не, течку вообще мы в ПВП больше похоже не видим, пацаны. При любом исходе этой карты. Так, дурачье, нажимаем бату транс. Резолюшн уже заяц, броню себе повесить, повысить. Заяц, заяц, заберут ли у нас дурачье? Забирает его. Спириты пытаются зайти, но ван, ну ван, рефракшн нажал, рефракшн сбивается. Прыгает ГПК, но ван, похоже, опять заберут сейчас. Да, его заберут, минус но ван. Так, у нас опять сейчас будет мин взрываться, но не хочется их брать, а вот сейчас можно. А вот сейчас можно, до свидания. Ага, ну и заяц там у нас суицидится еще. Пошел, ой, ГПК нашел, там ГПК был прекрасно просто. Заяц играет, ну все, пошла раздавочка. Забегает у нас АЛЦВ, поймали еще и Эмершина, минус Эмершин. 24-8, Карл, резолюшн, трибл килл делает у нас. Так, мина есть, взрыв у нас, Миша, заяц взрывает, дальше пошли, резолюшн агрит Акулыча, где поддержка, спритовесов вешается, фестучины, больно, очень Акулыча, очень больно, ремнанца, тот же палка у нас, в этот раз нажимает дурачье, убит ли он LCV, соломбайн пошел, LCV нет, не убил, там Нуван, бой, кто-то бьет, Нуван Лоди забирает двух героев, минус Миша, минус Мершин, дурачье кончается, батл транс у него, и тут его просто раскатили, минус дурачье, там резолюшн забегает уже под базу. Так, там у нас ГПК поймали, ГПК здорово, агрет ГПК, ГПК, и бабах, сомданк, ложит резолюшн у нас. Акулыч поставляется, он еще и под Меледик, там фесты, но он тут тоже умирает, в любом случае. Да, сейчас там дотикает Меледик, ну и там LCV на перехват вышел. Так, у нас XL, дурачье нажимает, ничего не нажимает, просто вступает. Смотри, резолюшн тебе на развороте ворвется, если загорит двух героев, будет шикарно просто. Ну, дурачье загрел, почти двух, но почти не считается. Неплохой стан, палка, поляна, шикарная просто. Мы живет, что ли, соло, соло живет. Да, соло байн, телекинез, соло в итоге умирает, но теперь управляется. Резолюшн загорит трех героев, куда бы какую-то поддержку от Нуман, Нуман забегает, БКБшки начинает бить. Минус дурачье, минус Акулыч, минус ГПК будет тоже сейчас. Пришел Володя и похоронил всех керри команды Team Spirit. Миша тоже поймали.
Ну, без зайца играют здесь ребят с команды Virtus.pro. ВП уже все под фонтаном стоят здесь. Манго собирают. Просто у нас здесь... Вот и ГГ. И Мершин прописывает ГГ, он все прекрасно понимает. Это 2-1 за командой Virtus.pro. Но спириты постарались закрыть у нас сейчас стэчса. Не получилось.